Каких-либо препятствий по состоянию здоровья для содержания обвиняемого в условиях следственного изолятора не установлено, сведения в этой части суду не представлены. На основании изложенного и руководства статьи 109 УПК Российской Федерации постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Лобанова Дмитрия Юрьевича 14 января 1971 года рождения на 3 месяца, а всего до 15 месяцев по 30 апреля 2019 года включительно. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении Лобанова меры пресечения отказано.